DAI – платформа Marker DAO, на которой была выпущена монета, считается более прозрачной и честной, чем у Tether. В частности, все операции реализованы на основе смарт-контрактов. Также отметим, что пользователь волен сам выбрать вид залога. DAI – одна из наиболее децентрализованных монет, чем стейблкоины. В 2020 году похвастаться обычно не могут, как минимум в силу своих отличительных особенностей. Паспортные данные. Основание 2018 год. Привязка доллар США. Текущая рыночная капитализация доллар США 192 665 650. Объем суточных торгов доллар США 6 985 847. Стабилизационный механизм. Приобретение и выставление эквивалентной в долларах США сумма в токенах Ethereum. TryUSD. Лучшее доказательство того факта, что дети должны быть успешнее родителей. Мы не станем утверждать, будто TryUSD – прямой наследник Tether, но нечто общее, помимо валюты привязки, у них безусловно есть. Интересно, что покупатели монеты обязаны пройти процедуру идентификации QSIML, что выгодно отличает TryUSD от множества конкурентов. Этот факт не понравится поборникам свободного, а в случае криптовалют и анонимного рынка, но существенно увеличивает надежность, что для стейблкоин критерий гораздо более важный. Паспортные данные. Основание 2018. Привязка доллар США. Текущая рыночная капитализация доллар США 136 967 795. Объем суточных торгов доллар США 60 516 494. Стабилизационный механизм. 1 TryUSD дублируется 1 доллар США на депозите третьей стороны. Gemini Dollar. Стейблкоины в 2020 году, выпущенные известными личностями, стали трендом. Вот и Gemini Dollar такие же. Это совместный продукт компании New York Trust и легенд криптовалютного мира братьев Уинквос. В основе токена блокчейн Ethereum стандарт ERC-20 позиционируется как конкурент уже упомянутой Tether, хотя Gemini Dollar часто обвиняют в непрозрачности проводимых операций. Монета контролируется NYDFS, полностью отвечает требованиям и нормативам американского регулятора. Счет, принадлежащий компании, защищен Федеральной корпорацией по страхованию депозитов. Доллары, к которым привязан Gemini Dollar, хранятся на специальном счете State Street Corporation. Паспортные данные. Основание 2018. Привязка доллар США. Текущая рыночная капитализация доллар США 10 313 122. Объем суточных торгов доллар США 9 776 644. Стабилизационный механизм. Соотношение с доллар США 1:1 контролируется управлением финансовых услуг Нью-Йорка. EOS DT. Первый в мире стейблкоин, построенный на основе EOS. Отличается от аналогов тем, что покупатели имеют уникальную возможность генерировать монету и выбирать базовый актив. Отметим, что токены EOS DT реально использовать практически как фиатные деньги, то есть хранить их, обменивать и осуществлять текущие платежи. Паспортные данные. Основание 2019. Привязка доллар США. Текущая рыночная капитализация доллар США
2 632 255. Объем суточных торгов доллар США 680. Стабилизационный механизм. Любой актив, в том числе криптовалютный, на выбор. BitShares BitUSD. Стабильная монета, подтвержденная, тем не менее, достаточно серьезным ценовым колебанием. Так, в некоторые дни ее цена доходила до 125 долларов США. По сравнению с Tether, страховые активы намного более диверсифицированы, поэтому теоретический уровень защиты у токена существенно выше. BitUSD отличается минимальной волатильностью и хеджированием от внезапных и, главное, резких изменений котировок. Многие ли стейблкоины в 2020 году могут похвастаться такими достоинствами? Паспортные данные. Основание 2015. Привязка доллар США. Текущая рыночная капитализация доллар США 1 578 986. Объем суточных торгов доллар США не действует. Стабилизационный механизм. Строгое соотношение с доллар США в пропорции 1:1. Обеспечение фиатные деньги, серебро, золото, прочие активы. StableUSD. Долларами, которые служат обеспечением для монеты, владеет трастовая компания из США Prime Trust. USDS использует проверенную временем децентрализованную модель, а процедура эмиссии допускает применение Bitcoin, Ethereum или прямого конкурента Tether. Конвертация в доллар США осуществляется на свободном рынке. Этим занимается сторонний менеджер. Паспортные данные. Основание 2019. Привязка доллар США. Текущая рыночная капитализация доллар США 697 873. Объем суточных торгов доллар США 1950. Стабилизационный механизм. Долларовый счет в Prime Trust. Binance GBP. Еще одна домашняя монета от известной криптовалютной биржи. На этот раз Binance. Запущена менее года назад, 29 июля 2019 года. От сонма аналогов отличается привязкой к британскому фунту. Основа токена – платформа Ethereum. Паспортные данные. Основание 2019. Привязка GBP. Текущая рыночная капитализация доллар США. Не действует. Объем суточных торгов доллар США 1 257 212. Стабилизационный механизм. Собственный счет GBP банки Binance. Альтернативные стейблкоины в 2020 году. Монет, подпадающих под критерии стейблкоин, на самом деле намного больше. Перспективы подобных токенов достаточно туманные, но в данном случае неопределенность – это не минус. Точнее, она может стать достоинством, по крайней мере, если вы успеете вложиться в них до момента взрывного роста. Обратите внимание. NUSD – Neutral Dollar. Здесь стабильность достигается путем формирования так называемой нетостабильной корзины, в которую входят основные стейблкоины. DGX – DGX Gold Token, стейблкоин, цена которого привязана к стоимости 1 грамма золота. Среди других интересных особенностей – возможность приобретения золотых слитков на блокчейне. GoldX – максимально упрощенная процедура перевода сбережений в драгоценный металл. Стейблкоины на биткоине. Достаточно интересные предложения, хотя и не лишенные недостатков. Таких монет уже разработано довольно много, ведь консервативные инвесторы, если так вообще можно говорить об игроках криптовалютного рынка, традиционно предпочитают детище Сатоши Накамото. Этот легендарный и во многом мифический персонаж породил в 2009 году
целое направление бизнеса, которое вполне может заменить собой весь финансовый сектор. Обратите внимание, опыт биткоин, токен на ERC-20 с повышенной ликвидностью. Монета отлично подходит для финансирования институтов, торговых операций и DAPPS. Libra – личная монета от Марка Цукерберга. Чем-то напоминает Геракла или Дон Кихота, открывшего войну с цифровыми мельницами. Читайте американскими регуляторами. Если монете повезет и Марк не переключится на другие проекты, то будет настоящий и безусловный хит. По крайней мере, пока не проснулись Google, Amazon и Apple. Грамм. Судьба этого проекта Павла Дурова также остается неопределенной. Монета вполне может стать внутренней валютой мессенджера Telegram, а о большем пока говорить не приходится. По крайней мере из-за того, что 12 мая 2020 года Дуров объявил о закрытии проекта Тон. Стейблкоины в 2020 году. Выводы. Времена, когда курсы электронных активов росли как на дрожжах, давно прошли. Декабрь 2017 года остудил многие горячие головы и доказал, что цифрового финансового рая в скором будущем ожидать не приходится. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, но говорить об уверенном росте еще рано. Свою толику негатива вносит юридическая неопределенность, вялотекущие нападки регуляторов и общая тенденция к выводу из тени капиталов. Чем в итоге закончится 2020 год, неизвестно, но мы все же надеемся, что рынок все же не уйдет в глубокое пике, как это уже было несколько раз. Каковы, на ваш взгляд, лидеры рынка криптовалют? Вопрос не совсем корректный. Во-первых, из-за частых и резких скачков. Во-вторых, данные криптовалютных торговых площадок порой сильно различаются. Если взять за основу сведения CoinMarketCap, то условный топ-5 по состоянию на 11 июля будет таким: Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple, Bitcoin Cash. Отметим, что положительную динамику демонстрировали Bitcoin, Ethereum и Ripple, отрицательные – Tether и Bitcoin Cash. Какие криптовалюты в 2020 году демонстрируют максимальный рост? В данном случае комментарий будет ровно таким же, как и в предыдущем вопросе. Что взять за точку отсчета? Информацию какого ресурса следует признать максимально объективной? Как быть с теми инвесторами, которых интересуют только спекулятивные игры? Поэтому мы предлагаем применить ту же методику, что и в первом вопросе. Итак, криптовалюты в 2020 году, 11 июля, которые демонстрируют максимальный рост за конкретный день, указано место в списке лучших по критерию рыночной капитализации. Кала 100 плюс 32,77%. Битум 67 плюс 20,35%. Алгорант 43 плюс 19,82%. Эйв 39 16,50%. Вечейн 19 плюс 13,56%. Хиперин 53 плюс 12,88%. Stellar 13 плюс 9,61%. Космос 21 плюс 8,28%. FlexaCoin 77 плюс 8,14%. SuperZero Protocol 97 плюс 7,92%. Самые богатые люди криптовалютного бизнеса. Кто они? Считать чужие деньги – дурной тон. Мы придерживаемся того правила, что основная цель наших читателей – собственный эффективный бизнес, а не обсуждение других людей. Но в качестве ориентира все же предлагаем топ-5 персон, которые стали очень богатыми благодаря криптовалюте. Крис Ларсон – около 8 миллиардов долларов, соучредитель Ripple. Джозеф Любин – от 1 до 5 миллиарда долларов, соучредитель Ethereum. Чанпен Джао
от 1 до 2 миллиардов долларов, основатель Binance. Братья Уинклвосс – около 1,1 миллиарда долларов, основатели Уинклвосс Capital. Брайан Армстронг – около 1 миллиарда долларов, соучредитель Coinbase. Мы привели этот список с одной целью – доказать вам, что при должной настойчивости и нацеленности на удачу у вас все получится.